Так, ну что, ребят, сейчас я иду к Кире в гости. Вот, я с подарочком. Короче, эта тарелка, не обращайте внимания, это просто мы моей маме несли суши, которые мы сами сделали. Вот, и теперь я отношу ей тарелку. А это подарочек, короче, там получается кофта, как у меня. Ой, я остановилась на каком-то этаже. Ладно, сейчас договорю, потому что люди тут. Так вот, я не договорила. Короче, получается, здесь лежит кофта, как у меня. Такой свитшот с капюшоном, короче, очень прикольный. Вот, я давно планировала ей подарить, но никак не доходили руки. Я не могла ей его никак подарить. Вот, и я про него вспомнила, и я такая, отлично. Кира у нас коллега сейчас. И сейчас Настя с подарком придет. Ну ничего, блин, человеку будет приятно, но я так думаю. Главное, чтобы Кира нам открыла. А то тут еще ее сестра. Сейчас. Привет. Привет. Это тебе. Что, да? Держи, это тебе подарок. Спасибо. Посмотри, что там. Я думаю, ты думаешься, но ты давно хотела тебя подарить. Да. Там еще конфетка, кстати, забыла вам тоже сказать. Да, я вижу. Доставай, какая разница. Спасибо. Да, это как у меня. Что ты тут? Да ничего, вроде жила. Вот, видите, смотрите. Ну, слава богу, нервы не смотрите. Вот. Да. Короче, упала Кирочка наша. Ну, будет все нормально. Я тоже вчера ударилась локтем. Точнее, плечом. Поэтому. Значит, мы сейчас сидим. Значит, это видео маме не надо смотреть. Потому что мы заказали Мак. Да. Ну, короче, Макдональдс. Если что, то это заказала. Ты там собиралась видео снимать? А? Ты там собиралась видео снимать, чтобы в моем телефоне. Если тебя попросят это видео открыть. Не откроют. Да не откроют. Я же думаю, оно раньше видит. Ну, короче, не важно. И, знаешь, я подпишу вот так вот видео. Маме не смотри. А твоя мама такая специалька. Да. Если маме не смотреть. А, я понял. Знаешь, когда я последний раз ела Мак? Да. Ну, а я с мамой, кстати, уехала. Мне дядя, короче, разрешил, и он, короче, давайте сделаем праздник детям. Короче, они нам заказали Мак, и прям сказали, все, это типа последний раз, пока на карантине мы. Да. Я такая, ну блин, такая, ну и тут тебе заказали, знаешь, что индиковый тесте большой. Да. Она все рассказывает сразу, короче, сейчас. Да, это чтобы прям вообще не смотрели. Нет, мы сейчас, короче, да, это же вообще, знаешь, блин, мои 2 килограмма, походу, ко мне сразу придут. Ой, да, ко мне тоже. Я пока занималась спортом, но не могу. Короче, ребят, она сейчас приедет, и я думаю, что мы вам покажем. Поэтому ждите. Да. Ну, я надеюсь, мне мама не будет ругать. Ну, короче. Если что, то твоя мама нам и заказала. Ну, если что. Ну, это просто так отмазка такая. Да. Ты пропустишь рекламу крутую? Короче, мы бежим разменивать $40. Да. Вот Вика, знаете, где-то бежит. Она сейчас будет мне гулять. Но мы просто спешим, потому что вот этот вот, короче, который привозит еду, как он там. Ай. Он подъезжает где-то. Я вообще убежала, вы просто не видите меня. Я полностью не одела эти, короче. Как они там называются? Ё-моё. Эти, блин, кроссовки. Где Вика? А вон она. Сейчас, как теперь увеличить? Звезда бежит. Давай быстрее. Ну вот, короче, видите? Нам надо быстрее. Да быстрее, он сейчас приедет. Это человек сидит из этого вот. Как он называется? Из клуба. О, отлично, значит, это к нам. Возле там, где площадка? Ждем. Я его видела. Это к нам здесь приехали, Глово. Настя, давай, Кира. Все, мы идем.
Надо быстрее, надо быстрее. Это тот человек, который я сказала. Он ждет. Мы забрали. Боже, наконец-то. Привет. Привет. Мы забрали? Да. Вот. Мама, не смотри. Вот. Мы, я не смела, потому что там надо расплатиться, а у меня были, короче, деньги в руках. У меня было все в руках там. Сейчас. Да. Да, у нас не получилось бы снимать. Блин. Да, я, конечно, такой, блин, оператор от Бога. Все просто. 404 гривны. Вот, держи. Аккуратно бери. Ты, короче, нам позвонила, а мы такие, когда заходили в магазин, короче, кричала, что там Глова. И я такая, ну, maybe к нам. Такая, maybe. Да, чем ты теперь снимаешь? Я не знаю. Это ж весело, я потом вставлю. Как мы этот... Ну, я вообще, блин, когда забрала пакет, я думала, что там ничего нету. Короче, сейчас мы все откроем и вам покажем. А я, может, достану. Мы распаковали, вот. Кира кушает ролл, короче. Моя мама, кстати, пробовала. Это наггетсы, картошка фри. Короче, еще какая-то этот, но мне перепутали, походу. Два соуса. Это что, это подарок поставили? Нет. Это ты заказала? Да, как обычно. Вот, и Вика, короче. Всем приятного аппетита. Мама, хэштег не смотри. Мы пришли в армянскую церковь. Тут такая территория у нас закрытая. Очень классная. Моя рука видна, елки-палки. Вот так вот. Там вон Дианочка, впереди вон Настя. Настя с Соней. Эльдар. Весь двор приехали сюда. Все дети тут. Да, у тебя помадка и Миночка. Мама подарила. Мама подарила, да? Уже две. Привет, Эльдар. Настя, Соня. Ну, а там вот пацаны гоняют. Посмотрите, что вытворяет. Тут очень классно. Ветра, кстати, нету. Намного лучше, чем у нас на площадке. Настя, а ты умеешь хоть прыгать с бордюра? Да, или... я ничего не умею. Я стараюсь. Давай, будь. Будь, давай. Давай. Да что ж такое? Нет, бери больше разгон, тогда у тебя... Где Настя делась? А, Настя пошла подальше, чтобы ее никто позора не увидел. Настя, алло. Алло. Кира. А чего ты боишься? Я только так могу. Ну подпрыгни, вот, так то же самое. Подружки. Сейчас он даст тебе, подожди. Идем, он даст, пойдем. Здесь такие две статуи красивые, да, девчонки? Вообще класс. Зеркальные такие. Да, это квадратики. Все, пошлите на площадку. Да, пошли. Пойдемте. Девчонки меня тащат вот туда, вот на площадочку. Ух ты, какая здесь площадка есть для вас. Вот так вот. Мама, смотри, здесь есть. Да. Кстати, новенькая такая, ухоженная, чистенькая, мама, да? Смотри, здесь можно залезать или да. На канальчик. Прикольно, класс, красиво. А я, значит, на канальчик буду. Ладно, веселитесь, смотри, девочки. Мам. Ничего себе, молодец. Видишь, а она вот так вот делает. Да, прикольно. А, все. А я уже здесь. Лена!